Всем доброе утро. У меня на сегодня всегда с утра была клиентка. Сейчас она мне пишет сообщение. Я сегодня не смогу. Завтра приду. А у меня же завтра с утра всегда бабушку хожу, укладываю ей домой. Смотрите, какая красота у нас. Сегодня на пляж поеду. Вот. И я ей пишу, чтобы пришла попозже. Ну, и она мне шлет смайлики. Значит, один смайлик улыбка там, второй смайлик какашка. И третий смайлик это с поцелуйчик. И следом пишет. Ой, говорит, какашка сама вылезла. Я не хотела. Вот. И я смеюсь, что правда много иной раз пишешь, пишешь, хочешь быстро написать, отправляешь, потом начинаешь читать, а там такая ерунда выходит. То есть вот этот вот телефон сам исправляет на то, что он хочет. И вот и смайлики тоже иногда. У меня муж, представляете, он это сразу посылал, я помню, что-то, кто-то у кого-то умер или еще что-то. Или не, ну не умер, но что-то какой-то неприятной ситуации произошла. И он, значит, им шлет рожицу, вот где смеется, да? Смеется, из глаз слезы текут. Он перепутал и думал, что это рожица, когда плакать надо, да? Что она плачет, что он типа страдает. И потом шлет. Потом я пересматривала, я говорю, ты что всем улыбки эти шлешь? Он такой, так это же это, типа горе, ну плачет рожица. Я говорю, ну эта рожица смеется. Ой, не могу, и смех, и грех. Да, Чарли? Мы уже домой идем. Сейчас хочу рыбку себе разморозить, пожарить. Хотя там и суп, и пирожки есть. Я сегодня себя особо нравлюсь, потому что я вся в белом. Белое платье. Ой, когда лифт начинает подниматься, почему-то такое всегда хочется вот так сделать. Я всегда так делаю. Все, повыделывалась. Кстати, уже фоточку загрузила в Инстаграм. Кто не подписан, подписывайтесь. Ссылочка внизу. Сняла сторис. Море сегодня особенно шикарное. Поеду на пляж. Хотя вода, наверное, еще прохладная. Не знаю. Но хочется прям вообще как зеркало. Такое прям красивое-красивое море. Хотя вот сейчас я выезжала с Соловрения, где я работаю. Такая очередь туда. На машину. Все едут в отпуск или что там? Куда они едут? Куда они едут? Чучи, на тебе чучи. Сначала мы целуемся. Да. А потом он идет свою вкусняшку ест. А как? Маму за вкусняшку надо поцеловать. Не знаю, что это за рыба. Ни разу такую не видела. Ну, попробуем. Вот тебе десертик уже нарезала манго. Надо новый купить. У меня больше нет манго гаспачо. Тут у меня еще осталось немножко. Вчера пила или позавчера, уже не помню. И салатик. Всем приятного аппетита. Еду все-таки на пляж. Родственники посылают и посылают. Разные там. Ну, у них группа есть. А я в телефоне мужа ковыряюсь. Я все группы удалила, чтобы они мне не пикали. И вот они там посылают фотки классные, с шикарным морем. Думаю, ну ладно. Еще у нас опять жара наступила. Как она никуда не уходила. Ее как бы, ну вот эти 3 дня, там, да, может быть, недели, было как бы попрохладнее, скажем так.
Вот вчера и сегодня опять жара. Опять не знаю. Море, конечно, наверное, холодное для меня. Ну, посмотрим, пойдем. Я на солнышке лежу, точнее, под зонтиком. Я не лежу никогда на солнце, мне не нравится. Море, конечно, шикарное. Немного прохладное, но не ледяное, как я ожидала. Думала, что прям совсем будет кошмар, но нет. Я даже поплавала немного. Вот. На зонтике фокусируется. У нас там родственники на лодку надувную принесли. Вот там они. И катаются на ней. Она детей, вернее, катают. В прошлом году я бы вот села между вот этими двумя зонтами. А в этом году уже нельзя так делать. И пришлось как чуть повыше сесть. Видите, вот на этой части нельзя, вот чуть повыше. Ну ничего, тоже хорошо. Что-то народу прям много, хотя и приехала раньше. Ну ничего, это последняя неделя, надеюсь, такая будет. А потом все, лафа будет, весь пляж для нас. Так, наблюдаю я тут за всеми. Интересно. Видите, какое море шикарное. Так вот лежишь, любуешься. Ладно, буду дальше книжку читать. Иду сейчас, сама с собой смеюсь. Мужик вот сейчас прошел. Знаете, я не знаю почему, но вот мужики ходят, майки снимают и вот ходят в одних шортах. Ну, конечно, не по городу, но тут вот поэтому. И вот там бежит бегун тоже один, тоже. Говорю, зачем они все это делают? Типа, так попрохладнее, мы же женщины не снимаем, там не ходим в люфчике в одном. А еще знаете, что вспомнила? Вот. Что многие мужчины смотрят, на месте ли у них там их колокольчики. Почему, я тоже не понимаю. Вот прям посмотришь, некоторые так и лезут туда посмотреть. Не оторвались ли они и не убежали куда-нибудь. Я даже однажды, знаете, у меня вопрос такой созрел. Я не знаю, может быть, мне кажется, у всех так. Ну, скажет, о чем думает. Ну, правда же ведь. Мне все интересно. И вот я однажды у мужа спрашиваю, говорю, а тебе колокольчики не мешают? А он, походу, даже не задумывался над этим вопросом. Говорит, ну как? Я говорю, ну а чуть, ну там же ведь, говорю, висят себе колокольчики, дзынь-дзынь. Говорю, должны же мешать. Вот. Но, наверное, они настолько привыкли, видите, побежал полураздетый, что даже не обращали на это внимания, мешает или не мешает, просто куда их деть-то, если они уже там звенят. Вот. Вот нам же тити иногда мешают, например, спать, да, на животе или еще что-то. Вот, наверное, и колокольчики должны мешать. Я так думаю. Тем более, особенно летом, болтаются там себе. Вот какие у меня мысли, представляете, в голову лезут, когда делаешь прогулку большую и долгую. О чем только можно не это, не подумать. Нет бы о чем-нибудь умном, да? Какие-нибудь теоремы. Или еще что-то. Нет, я о колокольчиках. Ну нет, о колокольчиках я еще давно думала. Я сейчас над ними просто смотрю. Все идут, бегают полураздеты. Тут женщины ходят вообще-то. А вообще, вот сегодня на пляже, здесь никто не парится. У нас как бы не особо топлес приветствует, ну как приветствуется. Есть, конечно. Но вот на который пляж я езжу, он как бы более семейный, знаете. И там женщины топлес мало можно увидеть, но сегодня я видела такую парочку, 100% они иностранцы. Значит, она-то ладно, во-первых, ей лет 60 было, ну тити так нормальные, не особо, знаете, как бывает хуже. Вот, но под титями все бело, то есть тут вот у них загорелое, поднимаешь, там белый флаг. Вот, но она была в стрингах, ну тоже фигура такая, знаете, не расплывшаяся, держит себя в теле. В стрингах была, но это и ладно. Мужчина ее тоже был в стрингах. Мужчине тоже было за 60. Длинный кудрявый волос развивается на ветру. Ветра, правда, не было. И в стрингах. Но у нас однажды на пляже был, ладно, мужчина, но он, по-моему, другой ориентации был. В желтых стрингах. На него смотрел весь пляж. Это как-то
Ну как-то, не знаю. Идет такой и своими булками сверкает. Как-то все равно мы к этому не привыкли. Даже мы здесь к этому не привыкли, представляете? Все можно увидеть. Вот как-то странно. Я все равно не понимаю, зачем загорать топлес. Все равно этого никто не увидит. Поэтому нафиг. Не знаю. Ну, наверное, так же, как я не люблю купаться, например, в купальниках сплошных. Потому что ткань, как бы, вот эта вот на животе, не потому что там у меня живот будет белый, а потому что, когда выходишь из воды, я не люблю на себе мокрую ткань. Поэтому вот у меня есть пару купальников сплошных, но вот это вот, что живот будет мокрый, мне вот это вот не нравится. Так что у меня эти купальники так и лежат. Я их вот прошлые, наверное, дня два назад померила и опять положила. Зачем купила? Не знаю. Кстати, это у нас обычное явление, что кони, лошадки ходят вот так по городу. Ничего странного в этом нет. Красивый конь с подстриженным хвостиком. Смотрите, у нас там что-то горит. Я как раз иду. Моя рыба сладкая, как ему нравится травка. Я бы тебя отпустила, но ты, блин, если что, будешь сбегать. В общем, кружили здесь вертолеты. Я все смотрела, думаю, где горит. Потому что у нас, когда вертолеты кружатся, это значит, что они за водой, чтобы тушить что-то. Ну, там что-то горит непонятное. Сегодня мне не удалось припарковаться, как я люблю. Потому что вот эта машина заняла место. А это так и стоит, представляете? Ни туды и ни сюды. Вот такой вот у нас вечер. На камере намного светлее. Соседский ребенок, как всегда, плачет. А я с вами буду прощаться. Пойду умываться опять. Вся потная, в мыле. Всего самого лучшего. Всем пока-пока, до завтра.